Раннее утро, 25 декабря. Выехал я из Москвы в сторону Тулы. Приехал посмотреть на битву мотобуксировщиков. Интересное мероприятие. Можете посмотреть отдельное видео про него у меня на канале. В этом году заявилось 35 участников. Ну и еще были просто зрители, кто приехал, как и я, с какой-то техникой, просто покататься. В основном участники были на мотобуксировщиках. В одном месте собралось много разных моделей, марок, производителей. Их можно было пощупать, потрогать, увидеть в деле. На некоторых можно было и проехаться, попробовав, как они едут. Это электрический мотобуксировщик, толкающий, фирмы Тофалар. Я его попробовал, потестил. И у меня есть отдельное видео, короткое про него. Этот агрегат что-то среднее между сноубайком и мотобуксировщиком фирмы Yukon Русоход. Я его тоже попробовал, двоякие впечатления остались. Был тут и электрический мотовездеход. Конечно, снег — это не его стихия. Ну, в лучшем случае укатанный снег. А так по глубокому снегу совсем неудобно на нем ездить. Огромный крутящий момент, он пробуксовывает, чуть нажал, поэтому такая специфическая техника для твердых все-таки покрытий, для твердого грунта. Я думаю, он себя будет вести весьма неплохо. Конечно, интересно было бы протестить его и посмотреть, насколько хватает заряда аккумулятора, на какое расстояние, на какое время, особенно при морозе. Но прокатился, и впечатления, в общем-то, неплохие, несмотря на сложные для него условия. На 120 километров пробега. На 120 примерно. Ну, примерно, там плюс-минус, в районе 100 километров.